В областном центре под руководством Центра оперативного управления функционирует более 5000 камер видеонаблюдения. Объект можно без преувеличения назвать сердцем информационной системы правоохранителей Восточно-Казахстанской области. Это всевидящее око круглосуточно следит за автомобилистами и пешеходами, фиксируя нарушения. Чаще всего на пульт 102 поступают звонки об административных правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений, а также нарушений правил дорожного движения. Операторы Центра оперативного управления реагируют на звонки мгновенно. Но стоит отметить, что именно здесь нарушителей выявляют посредством видеокамер. В 8 утра Зарина Кабатаева заступила на суточное дежурство. Она работает оператором и принимает все вызовы, которые поступают от горожан на номер 102. Работа ответственная и требует мгновенной реакции. Ведь, будучи на линии с заявителем, необходимо изучить всю информацию и передать коллегам. А по словам Зарины, таких звонков более 300 за день. «Моя работа в Центре оперативного управления заключается в том, что я заступаю на суточное дежурство и принимаю звонки линии 102. Регистрирую их в цифровом формате и отправляю информацию сотрудникам патруля. Бывают самые разные обращения, от административных до самых тяжелых ситуаций. Не менее занимательна и работа операторов видеонаблюдения, отслеживающих изображения, поступающие с видеокамер, установленных на автомагистралях и в общественных местах. Каждая из них имеет широкий обзор и может передавать изображение любого участка в увеличенном виде. Можно даже на весь экран вывести лицо человека или номер машины, находящихся от объектива на расстоянии 100-150 метров. Благодаря этому удается выявлять не только различные преступления, совершаемые на улицах, но и такие нарушения правил дорожного движения, как непристегнутый ремень безопасности и даже разговор по мобильному телефону. В областном центре более 5000 видеокамер, и сотрудники могут проследить весь дальнейший путь нарушителя. Работа Центра оперативного управления осуществляется круглосуточно, беспрерывно. На сегодняшний день с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления за истекший период 2024 года было раскрыто 8 преступлений, из них 847 административных правонарушений. Ну, ежедневно при работе на маршруте, у нас есть определенный маршрут, нам по рации передается Центр оперативного управления города Сосновоборска нарушения и данные машины, госномеры. Например, перекрестки, в любом перекрестке, по камере зафиксирует и передает нам. И мы дальше принимаем этот вызов, нарушение, на следующем перекрестке уже останавливаем. Цифровые технологии – лучшие помощники в борьбе с правонарушителями, говорят полицейские. Тамирис Кабаева, Махсат Нахметов, Алтай Ахпарат.